Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать об изоленте. Есть вот такая замечательная изолента, называется она «Терминатор». На ней написано, что она профессиональная автомобильная. Но почему я ее еще хочу показать вам? Потому что она очень хорошо подходит для установщиков и антенн. Вот. Толщина у нее 0,13 мм, ширина 19 мм и длина 20 метров. Кстати, длина — это очень важная вещь, потому что многие изоленты делают 18 метров, там 18,2. Вот такая вот изолента. Чем она, значит, хороша? Во-первых, она не замерзает. Не замерзает. Можно даже эксперимент поставить. Сейчас холодильник положим, проверим. Очень хорошо мотается. Вот, смотрите, есть у меня тут проводок. Берем прям проводок, если, допустим, надо чего-то там нам сделать черного цвета. Быстренько можно взять и замотать. И он никогда, ни при каких условиях, уже не размотается. Медалика. Оторвал, и тут же она все залипла и стала монолитной. Сейчас попробуем в холодильник ее положить изоленту на пару часиков в холодильник. Морозилку. Тут, наверное, сейчас 0 или минус 1 градус. Я сомневаюсь, что наш в кармане будет меньше градусов. И смотрим, что оно при 0 градусов, даже при минус 1, при минус 1 своих свойств не потеряло. Поэтому мы подходим легко к антенке. Снимаем лиану, которую так любят делать некоторые установщики, особенно АПЦшники. И окультуриваем кобелек. Антенка у нас может быть настроена не очень, конечно, но кобелек культурный. Сразу нам покажет, что антенну устанавливал профессионал. Так вот она один раз замотанная. Треть уже больше ни при каких условиях не отклеится, не размотается, не лопнет, как стяжка. Стяжки тоже хорошо, но они бывают лопаются. А изолента, она практически вечная. И смотрите, вот для этих вот мест, где коннектор стоит, существует терминатор, который самовулканизируется. То есть один раз замотали, он потом слипается и полностью водонепроницаемым делает оболочку. В следующий раз про него поговорим.